Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, продолжим играть в Защимч. И, как вы знаете, у нас тут упал из космоса волшебный камень, и мы не знаем его природу. Мы позвонили в исследовательский университет, и нам подтвердили, что там какое-то содержится живое существо, но, к сожалению, пока у профессора нет времени, чтобы установить, что это такое. Он почему-то подумал, что это прикол какой-то. Ну да ладно, мы решили оставить его в центре нашего дома, в центре нашей комнаты, и каким-то образом без конца гигантская черепаха смотрит на нее, она уже мутировала, у нее исчезли глаза, вот, и она отказывается выпрыгивать. Причем даже несмотря на то, что время остановлено, она, видите, все равно там своей глоткой шевелит. Вот такая вот она волшебница. Ну ладно, я помню, что у меня человек альтер-эго, и он... способен. И он способен. Это главное. Главное ведь быть способным, правильно? И он способен. Я не знаю, что это сказать, что он способен. Не важно, что он способен. Ему надо поспать. Без этого никуда. Вот, кстати, кто-то из зрителей верно подметил. У меня, по-моему, нет крыши. Может, я ошибаюсь, конечно. Может, она у меня есть. Сейчас проверим. Да, у меня нет крыши. Ну, просто это такой дом будущего. О, забавно. Здесь, кстати, есть, смотрите, у него крыша. То есть, ему дождь не мешает. Да я даже не знаю, на чем она держится. Это какой-то лист поролона. Да, Гошан, лист поролона. Лучше крыши не придумать, чем поролон. В общем, может, второй этаж потом сделаем. Лабораторию. И, эх, нужны деньги. Что поделаешь? Любишь кататься, люби саночки носить. Мне вот так вот совсем не нравится, неудобно видеть. А вот так, ну, как-то прям вообще нереалистично. Мне кажется, вот это самый лучший вариант. Когда, видите, камера как подстраивается. Гошан, да все играли в Sims, все знают, что здесь камера подстраивается. Быстро начал играть, или я найду и убью тебя. Ладно, я не хочу умирать. Пока, во всяком случае. Но, спасибо за предложение. Кстати, а что это? Я не могу пользоваться клавиатурой. Какого фига? Ладно. Не, я могу сжать Escape, но... О, все, заработало, наконец-таки. Мэн такой уставший. Давай, Иисус, поспи пока. А мы... Ой, а чё? Вот это вот... Видите, если вы... О, нет, кстати, он ускоряется. Кстати, забавно. Все нормально тогда. Какие планы-то у нас? У нас... What the fuck? Таинственная капсула времени? Что? Да-да-да, Мэн, я понял. Я... Извини, не уследил. Беги в туалет. Что за капсула времени? Какого лешего? Что это такое? Что могу с ней делать? Такой звук. Что он там? Какая глупость. Открыть. Что, посмотрим капсулу времени? Сколько она стоит? $140. Ничего себе. А это что? Посмотреть кипу? А, мне их еще и две. Ничего себе. Ну, мне любопытно, что это за капсула времени. Давайте ее откроем. Рядом с волшебным... тише, тише. И? Там было $3? Нет, не только $3. Там еще был Моркус. Что это? Прикольно. Ха, что это такое? Что это такое? Не знаю, что это, но... это какой-то Моркус. Что с ним можно делать? Включить эмоциональную атмосферу. Отключить эмоциональную... Тогда и тут давайте включим. Обучение отправить в геологический совет. Так, и чего? Мы типа ее... Так, эмоциональная атмосфера. Блин, какая-то странная кухня. Кого-то мне напоминает. Меня! Твой налево, меня напоминает! Господи, это кукла! Это кукла смерти, надо ее сжечь на костре. Только один урод может быть в этом мире. Это я. Супер сексуальность. Ладно. Конечно, это деньги, но... Что-то у нас деньги закончились. Ух ты, смотрите-ка, возбуждение. Его возбуждает... Моя фотография возбуждает... Ну, не фотография, это... Так, а тут что? Хоппер. А, видите, мы, типа, можем их собирать. Не знаю, мне как-то боязно их держать у себя в комнате. Но! Мне не боязно их держать в туалете. Так, и что? Еее! Ты смог пописать, ты молодец. Отлично. Супер привлекательная игрушка.
Все, да, включили мы ее. Отлично. Видимо, они как-то тут улучшают. Возбуждающая обстановка, приятная обстановка. Уют. О, да, детка. Отжиматься. Е, я могу теперь отжиматься. Нет, не могу. А как это сделать? Нажмите на пол и выбрать отжиматься. Ух ты, ё, кач. Спортклон, привет. Это, видимо, потому что мы... молодцы. Е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 4. Серьезно? А, все. Ну, тридцатку мы отжимаем. Нормально. Воу-воу-воу, ты что такой недовольный? А, есть хочешь? Ну, так приготовь себе что-нибудь. Так, по-моему, БЛТ крутая штука. Давай, 4 бакса как раз у тебя есть. Вот мне нравится, что здесь денег не хватает. Как бы это странно ни звучало. Что я помню, в обычных Симсах это небольшая проблема была с деньгами. А тут прям приходится... Видимо, баланс! Гэшен, они допилили баланс! Люди, наверное, даже не понимают. Те, кто не играет всякие крутые игры. Так. Подождите. Я сказал, делай БЛТ, пока я не сжег тебя. Ой, так он все аппетитно готовит. Что? Он просто псих. Все нормально. Я тоже так себя веду постоянно. Васяка! Масяка бука! Самбо, фландо. Давай, мэн. Режь помидоры, которые исчезают волшебным образом. Нормально, заживет. Ты всего лишь отрезал себе по... Нормально! Просто высыпал все, и оно само сложилось. Это матрица, детка, это матрица. Ну, что сделаешь, он же Иисус. Иисус умеет такие вещи делать. Это он Иисус. Это одно из преимуществ быть Иисусом. Так. Чуть тем... А, во! Завести трех друзей. И... Давайте это сделаем. О, Саммер, я помню, мы с тобой болтали. И это, которая любит спать в странных ситуациях. О, дружелюбная. Я люблю дружелюбненьких. Так, но сейчас ночь. Зовет и манит. Чё мне еще тут можно сделать? Он болтает сам с собой. Отлично. Парень не будет одинок никогда. Ладненько. Что-то в голову ничего не приходит. Ну пойдемте в клуб, фигли. Что еще делать ночью? Тем более выходные. Так, все. Ну, надо поспать, наверное. Не, потом посплю. Посплю после клуба. Так, ты есть собираешься? Или ты только болтать будешь? Почитать что-нибудь? Придумать сутки? Повысить навык обаяния? Брам-брам-брам. Все, мэн, давай, заканчивай. Молодец. Теперь топ и шлепай в... Давай. Погнали, телепортация. Телефон имеет возможность телепортировать нас. Ночной клуб сойдет. Познакомимся тут с местными. Вообще, знаете, вот когда большой город, ночной клуб приходишь, там много незнакомых. Но если вы живете в таком небольшом городке, то это все ваши соседи, понимаете? Они не будут вам подмешивать что-нибудь. Поэтому лучше тусоваться в городе. Так, и все? Как тут весело. А, может, они на втором этаже? Да не, Гашан, просто... Что это за ночной клуб? Два туалета и пара столиков. Но! Зато здесь можно... Что ты делаешь? Ты танцуешь просто так. Красавчик, без комплексов. Ладно, пока никого нет. Они обычно проходят время и сбегаются. Мы поиграем на инструменте. Ведь мы гений. Моцарт. Будущий Моцарт. Трам-там-там. Это кто? Они меня обсуждают. Найди их. Ну, борода у него классная. Так, ну ладно. Бухать мы не будем. Можно попеть. Рассказать анекдоты. О, это можно. О, точно. Тут же есть эта фишка с комиками. Тут же можно комиком стать. Где у меня стить? Стялись. Чё, народ, давайте. Ночной клуб же, где вы все? Тысяча чертей. А это что такое? А сесть. Тут же одновременно действия выполняются. Блам-блам-блам. Да, мэн, ты еще потанцуй под эту музыку.
Извини, мэн, я не той ориентации. Которой тебе нужно приготовить превосходное блюдо. Да ну, это не скоро. Он серьезно под это танцует? Не, вряд ли. Под это невозможно танцевать. Не, походу он танцевал. Давай, расскажи ему анекдот. Заходит один гомик в бар, и на нем зеленая рубашка. И решил он послушать пару шуток и обломался. Мне не нравится эта шутка, подумал гомик. Фуренко. Шалом, машлюмха. Еврейская моя роза. Какая милашка. Оплатить кто будет? Ладно, погнали, посмотрим, как тут выиграет. А! Какого фига она пересела? Все, завязывай. Посмотрим. Не, в барной стойке я не хочу сидеть. Вот тут поприятнее местечко. Так. Смешно представиться. И я местный комик, рассказываю тупые анекдоты про педиков. А, это женщина? А, нет, я помню, просто у нее борода была. Так, у него точнее. Так. А это что такое? Повысить уровень программирования, это надо. И в обаянии надо, а вот телескоп не катит. Че это такое? Болтать целес. Слушай, а ты налей мне что-нибудь? Налей мне, знаешь что? Сок со льдом. 20 баксов! Господи. Как несправедлив этот мир. Слушай, а ты можешь мне... О, она с этим. Она мне что-то заказала уже. Пока мы с ней болтаем, надо выпить напиток. Ах ты, маленькая! Оп. Yeah. Красавчик. Так, налей ей что-нибудь еще, чтобы я мог это выпить. Ольга Мамонтова. Кстати, пошла ее там. Такая она вообще, кстати, выглядит достойной женщиной. Мне кажется, она учительница. Она очень похожа на учительницу. Так, поднять настроение. Подружиться. Давайте с ней подружимся. Слушай, как легко, да, тут знакомиться в... Че такое? А, дни до взросления, но это у нас не будет. То ж мы его отключили. То ж мы молодцы. Так. Гэчэн, это неинтересно. Мне интересно, когда взрослеют. Ну что поделать? Жить жестокая штука. Искренний комплимент. Посмотрим. Джерлэмбакитсэ, шпрингли-флингли. Бор. Ой, прикольно проводить время в Симсе. Не знаю, забавная игра. Фига у нее изумруды. Украсть изумруды. Как это сделать? Фига, романтика. Не, рано, мэн. Сначала надо подружиться. Так, ну что, проверим главное. Умеет ли она... знает ли она что-нибудь про компьютерные игры? НХЖ это очень привлекательно в женщинах. Реклим Клаунгли Клинчу. Фига себе. Прикольная картина. Прикольная картина. А, во, у меня же наверху все есть. Элиза, вдохновение. Так, ни друг, ни враг. Свэп. Танцевать? Да погоди, танцевать. Просто посиди и подожди, пока она сама что-нибудь скажет. А если она не захочет с нами дружить? Ну что поделать? Просто выпей ее напиток. В любом случае, выпей ее напиток. Не знаю, кстати, что он дает. А, видите, он счастье дает. И никаких проблем со здоровьем. Это игра. Бухай, и с тобой ничего не будет. Давай, давай, наливай. Да погоди. Напиток почти готов. О, кстати, с барменом тоже неплохо подружиться. Давай, просто выпей. Все равно... Отлично. Красавчик просто. А что он там пьет-то? Убрать и помыть? Не, глупости. Так, ладно. Погоди, не уходи. Твою налево. Мне нужно три друга для повышения. Как бы это странно не звучало. Вообще хорош. Приветствую, хочу с вами познакомиться. Вы же понимаете. Мне просто нужен друг для повышения. Вообще, неужели это действительно... Не знаю, они какие-то исследования проводили, и эти исследования показали, что люди с большим количеством друзей лучше... Ну, хотя, да, вообще логично.
Если ты умеешь много общаться, значит, ты успешен в карьере. Но я не думаю, что это в каждой карьере. В карьере преступника, наверное, наоборот, надо поменьше друзей иметь. А тут, хотя нет, знаете, ведь если я, допустим, специальный агент, да, то у меня должны быть люди, которые могут подтвердить там какое-то алиби или сделать вид, что я нормальный человек, который не работает на правительство и не убивает всех подряд. Что-то как-то... Нет, погодите. А, может приключиться. Brace for probe. Чё круто тут, видите, на дискотеке, ну, ночном клубе. Ночной клуб, да, слушайте, это не дискотека. А, что здесь можно до самого утра общаться, и никто не уходит. Кстати, она еще шутки умеет рассказывать. Пербачан лиф. Эшплингла фленглих. Теперь поцелуйтесь, девочки. С удовольствием. Смотрите, как хорошо они, да, эмоции сделали. Прям продумано все. Шиму Палимбан Пальма. Толстая сексуальная женщина. Есть за что подержаться. Ну, согласитесь, есть что-то сексуальное в этой фигуре. Кто-то скажет, нет, Гэшен, толстухи никому не нравятся. Это бред полный. Если вы жили в 16 веке, вы бы подумали, что это за тощая уродина? Ну, какая красивая толстушка. Ну ладно, не толстушка, нормальная. Вот это была бы тощая, это была бы нормальной. Так что если абстрагироваться от нашего времени, да нет, сексуальное тело. И это сексуальное тело. И... Ладно, это уж слишком будет. Ты меня опять занесет какой-то мракобесь. Так, ладно, успеем мы, наверное, еще развить свои навыки программирования. Надо успеть с ней подружиться. Они просто стоят и болтают. И выглядит все довольно реалистично. Знаете, я вот смотрю, я просто помню в первом Симсе, и втором, и третьем, смотришь на эти разговоры и как-то не веришь. А тут они все стоят, общаются, как нормальные люди. Не считая того, что она зашла за барную стойку и там ведет себя как дома. Ну, может, она тут завсегда-то, а это ее подруга, почему бы и нет. Все нормально, угостили нас напитком, поболтали. Компьютерный гений, нам надо еще общу 0,9, ой, 0,3. Иметь предметы общей стоимостью из электроники. Режим строительства закладки электроника. Видимо, я... Компьютер не считается электроникой или что? Новая жизненная цель, магазин наград. А сколько у меня? 900 очков. Быстрая уборка, желанный гость, любитель спорта. А, упражняясь, любитель спорта повышает веселье и не ухудшает гигиену. Вот это круто, кстати. А, быстрое чтение. Могут читать намного быстрее обычного персонажа. Вот это полезная вещь. А, правда, не знаю, насколько здесь в игре важно чтение, но в жизни это очень важная штука. Растворять растворимая стройность. Самый эффективный диетический напиток на рынке. Не, нам нужны перманентные. Перманентные, значит, постоянные улучшения. Можно, конечно, что-то накопить. Эрудит. Эрудиты быстрее осваивают любые навыки. На что же мы будем копить в этой игре? Дайте подумать-ка. Не уходи. Блин, так она классно ходит. Прям вот есть в ней какое-то достоинство. Подожди. Подожди. Что там? Во! Раскрыть потрясающее изобретение. Она такая, видите, типа что-то забыла. Остановилась такая, типа что-то забыла. Нет, я думал, она типа вернется. Погоди. Стой. Что я тебе говорю? Душевный разговор. Ух ты. Стильно. Странно, да? Вроде ничего не зеленого другого нет, но... Очень стильно. Гэншар, да хватит врать, ты на грудь смотришь. Такой, ну да, стильно. Ладно, давай, мэн. Топай, шлепай. Ты должен успеть. Или она уже наш друг? Работа. Нет. Нет. Блин, сложнее тут стало налаживать отношения. В предыдущих частях как-то можно было за... 5 минут игры это сделать. Что, конечно, было нелогично. Но зато теперь дружба будет цениться. Там, знаете, типа, надо было... Перфекционист, отлично, я тоже. Участвовать в тему дебатах на играх. Во, вот это очень важно. Чё я говорил? Что раньше не особо не ценил дружбу, потому что можно было запросто с кем угодно подружить за 5 минут. А тут, видите, надо поддерживать их. Эти отношения, потому что ты их ценишь. Видите, ей грустно. С ним просто присел и продолжает болтать. И смотрит на ее задницу. Красавчик. Так, слушать блюз. Не, мэн, давай, ты уже добей. Чё так долго-то? Мне кажется, надо какие-то более
ну, как сказать, лучшие действия. Признаться. Во, спросить, есть ли пара. Будем честны. From the choosy. Мать, ей нравится стоять рядом с нами. Но она не любит сидеть. Она и там стояла над нами. Она любит доминировать. Люблю, когда женщина доминирует. Так. Cave Res. Так. Показать пародию. Давайте развеселим ее. И... Да я сказал развеселить. Господи, что за дела? Почему меня не слушается? Слушайся меня, или убью тебя! Во, отлично. Это отменим. Потом. Давай, потом флиртовый. Сейчас... Что такое? Обломался он. Не-не, стой! Твою мэн. В таком настроении не надо флиртовать. Все, нас уже ненавидит. Ну ладно, что не поделаешь. Пора завес. Мэн, пора тебе поспать. Прямо здесь. Так. О, нифига, да тут уже весь день в разгаре. Мэн, ты выглядишь счастливым. Надо с тобой пообщаться. Приветствую, дружески. Тюрпси, Рипси. Не знает еще друг друга. Сейчас узнает. Рассказать кому-нибудь о неуверенности в себе. О, слушайте. Это мы тебя знаем, по-моему. Поднять настроение. Так опять Иисус. А, она дружелюбная. Дружелюбные игры. Дружелюбные игры. Гасан, Гасан. Все, Гасан. Пора тебе идти на покой. Пора тебе умереть. Навсегда. Я бы хотел умереть навсегда, ребятки. Но для этого надо много-много чего сделать для... Для чего? Для своего освобождения, господи. Чтобы выйти из санкары и цепочки перерождений. Забавно, да? В одних религиях хотят жить, а в других религиях хотят избавиться от необходимости жить. Если вы покончите жизнь самоубийством, вы родитесь в другом теле. Проблема не будет решена. Красивая девушка. Голос такой приятный. Ну чего, давай, иди спать, мэн. Пора спать. Невозможно в таком состоянии с людьми общаться. Только ухудшишь отношения. А погодите, а чё я парюсь-то? Ну, пойди в туалет здесь. И поспи на скамейке. Сэкономим время. Так. Точно. Как я раньше не догадался. Пугагам. И надо злую шутку, ты что там делаешь? Все, мэн, давай, иди в туалет. Поскорей. Потом... Подремай. Че такое там? Че вы... А, спортзал, точно! Мы же еще можем тут в спортзале что-то делать. Типа тренировать других персонажей. Время покакать. Сладкие какашечки. Пугагам, пугапиште, пугапиш, рэмбомпще, пугагам. Все, давай, теперь иди спи. Порадуемся на своем веку. Красавица и кубку. Отлично. Классное место поспать рядом с помойкой. Одобряю. Потом, когда ты проснешься. Слушайте, это он так долго будет восстанавливаться, мне кажется. Я не уверен, конечно, но. Да, невыгодно. Ладно. Завязывай дремать. Вау! Хвастаться мускулами перед кем-нибудь. Стоп. Отлично. Стой. Я должен использовать тебя, чтобы поднять себе самооценку. Оу, да, детка. Воу, какого фига? Все, он уже не хочет. Видите, тут задание зависит от настроения. В общем, давай, дружок, дуй домой. Тебя тут попоили немножко, и теперь можно и домой вернуться. Да, прикольно тут легко развивать отношения, пока не начинаешь всем надоедать своей потребностью получить повышение. Это рим-пум-пум, это ра-ля-ля пук-пук, шпили-вили. Агашанта псих, шпили-вили-бум, тру-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. О, классная книга, пословицы и поговорки. А, все, мы загрузились уже, господи.
Кстати, можно в перерывах читать пословицы и поговорки. Тем более, когда он спит. Давай, мэн, иди спать. Я приказываю тебя. Мы почитаем поговорки. Какую-нибудь хорошую поговорку. Где жизнь, там и надежда. Потрясающе. Выбирай жену не в огороде, а в хороводе. Коса до пояса, язык до колен. Ты уже поспал, какого фига? Так, стоп. Да, ты еще хочешь покушать? Наивный. Ладно, иди покушай, БЛТшкой. Только лучшее, все лучшее детям. Что это за звук? Давай налево. Что у меня происходит со звуком? Да не, нормально все. Инча, инча. Блин, я даже не могу себе позволить нанять кого-то. Давайте посмотрим, кстати, кого-то можно нанимать. Так. Отлично. Заказать услугу. Ну да, все правильно. Горничная. Горничная на один раз. Ой, за 40 долларов. Слушайте, как дорого, да, стоит. Это получается, я должен ей платить столько же, сколько сам получаю. Что, в общем-то, логично. Это от нас так воняет? Отлично, красавчик. Давай, мой милый друг, иди покакай, пописай или что-то там хочешь делать, и прими душ. Ха, классно, знаете, когда вот так вот сильно доходит гигиена до нуля, и потом принимаешь душ, то ощущение свежести намного сильнее, если просто обычным, ну, как сказать, если просто как обычно ты... Что за дела? А, да, надо перейти в этот режим. Если просто, типа, ты чистый каждый день, ты к этому привык, да? Совсем другое дело, когда ты грязный и вдруг помылся. Прям чувствуешь, насколько это важно. Что у нас тут? Клубника. Кстати, а мы можем ее посадить, наверное? Посадить, да, ну. Так, погодите. Тут какой-то то ли баг, я не знаю. Посадить. Понятно. То есть мы должны сначала пересадить. Давайте посадим клубнику, это же офигенно. Ой, ее еще так много. Ладно. Ха. Пусть у нас тут будет клубничная клумба. Так, а что у нас еще есть? Лилия, колокольчик. Плевать на это все. Посадить. Посадить. Офигенно! Подожди, я что-то не понимаю. Они же вроде тут уже есть, типа. Но это, наверное, типа макет, на самом деле в игре их нет. Ой, вы посмотрите, вот это класс. Ох, вот так я тоже хочу. Вышел и посадил что-то. Офигенно просто. У нас уже максимум 10 в очереди. Не знаю, насколько мне это надо, но... По-моему, прикольно. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, все посадим. Не знаю, что там надо полить. Поливать. Ладно. А как понять, что им необходима вода? Обычная. Слушайте, это дофига занимает времени. А, вот видите, они типа такие светлые. Это значит, что... А, вот, он сразу все поливает. Фух, слава богу. Вот это был бы отстой. Поливать их каждую. Ну, в смысле, нажимать. Ладно, тогда вот это мы отменим. Но, знаешь, что мы не отменим? Развить навык обаяния. Вот это мы не отменим. Флиртовать с собой. Ха, что? Это как вообще? Как это флиртовать с собой? Я хочу посмотреть на это. Что будет с водой? А ничего. Они уже проросли. Как все хорошо в игре происходит. Да ладно, клубники такие кусты. Это волшебная клубника, Гашан. А волшебные клубники именно такие кусты. Мастер флирта? Ха. Забавно. А это чё? Отправиться на пробежку. Погоди своей пробежки. Пробежки. Репетирую речь. Фризум фрамблс. Грамбл друмбл. Чпримбл баримбл. Вигоритур. Шпрамбл де флор.
Чаки Флэнзинг, Флэнглинг. Тюдебор. Кстати, его штаны на мои похожи. Ну ладно, неважно. Че, сейчас будут штаны свои показывать? Это ж глупо. Че ты там задумал? Отправиться на работу? Уже? Да ладно, уже неделя... А, выходные, как вы быстро пролетели. Твоя же налево. Пора на работу, все. Скажите. Твоя налево. Давай, мэн. Опоздаешь, пофиг, все, давай на работу, есть. Воу-воу-воу, тихо-тихо, вы видели? Да мы просто красавцы, вы только гляньте. У нас явно там серьезная должность. Смотрите, кокетливое настроение. Она типа не видела, да, что я только что вышел? Ах, какого фига. Ну, не скучай ты тут. Скоро вернусь. Блин, надо с ней пообщаться. Типа я веду себя как какой-то урод. Надо поддерживать отношения. Ну, мне просто надо три друга завести. Потом будем поддерживать. А, ну, в принципе, нам не так уж прям к спеху. Нам же все равно там надо поднять еще себе. Ну, репутацию, все дела. Поливать, полоть. Эти растут они по чуть-чуть. Что тут еще? Е-е-е, красавчик, 168 принес. Мужик! Настоящий мужик. Так, друзья друзьями, но нам надо еще... Давайте кого-нибудь пригласим, сколько сейчас время? О, 4 часа. Рон, он вернулся домой. Так, с Галиной мы уже дружим. Так, Элизу надо либо пригласить. А, помните, там дружелюбная девушка была? Саммер. Ну, что-то мы с ней отношения ухудшили. Ну, давайте пригласим ее. Не знаю, придет она, не придет. Что? Путешествовать вместе? Какого фига? Этот участок недоступен? Фига себе. То есть я... А, видите, я типа не могу ее пригласить домой. Ну, тогда давайте сходим в муниципальный музей. Я там не был еще. Вау-вау-вау, что так шипит? Быстрее, Гошан, поговорка спасет тебя от шипения. Так. Семья без детей, что цветок без запаха. Ладно. Такие, стоп. Ха, прикольно. О, мы еще в этом костюме модном. Ну что, давай поднимем себе настроение. Поднять настроение. А что это за очки? Это у нас что? С каким навыком связано? С обаянием. Отлично, у нас как раз троечка. О, вы можете подробнее навык освоить. Посмотреть, что нам дает. Попробуй с этим, посмотреть, что получится. Так, приятный разговор. Разговор проходит удачно. То есть тут, видите, все... Тут пацан, помните, который троллил? Когда мы это самое... О, это рыженькая. У меня слабость к рыженьким. Да, это тот самый пацан, который такой... классная поза. Все, наверное, знают, о чем я. Swigzak Flam. Давай, мэн, не отвлекайся на нее. Такая прям, видите ли, обернулась. Раньше такого не было. Ни друг, ни враг, простой знакомый. Попробуйте создать прочные дружеские отношения с этим персонажем. Ну ладно, здесь, походу, нельзя просто жать на все подряд. Излить чувства. Нет, подождите. Это нет. Что это? Купить телевизор? Может быть, подумаем. Давайте раскрыть, делиться грандиозными идеями. Мы же гений. Ух ты. Видели красную тачку? Прикольно. Так. Скума! Слушайте, кстати, неплохо тренироваться эти штуки делать. Знаете, иногда с людьми общаешься, ну, реально устал. Но надо как-то с ними, ну, общаться, чтобы человеку было комфортно. Ну, ради него. Можно использовать эти штуки от работы. Кримбл Чимберл! Я! Ладно, Гошан, это немножко... Это гениально, Гошан, это гениально. Так.
Счастье. Давайте теперь перейдем к дружеским... А, вот, дружеские действия. Давайте проверим главное. Играет ли она в игры? Что за звук был? Accrues. Crabity tubes. Бабла. Бручинг. Гарша твей. Бурглейб. Оф. Твой налево. Не, погодите. Она вроде как довольна, но... Не, видите, она типа... Ей, в общем, не нравится эта тема. Пожать руку, усыпить. А, пожаловаться на скуку. А, предложить заняться чем-то увлекательным. Давайте просто... Надо самого себя тоже развеселить. Давайте про пришельцев расскажем историю. Не, видите, ей скучно. И нам скучно. Надо поднимать настроение. Покажем пародию. Кстати, интересно, может тут нельзя просто так переходить на эту тему? Да, точно. Опять этот пацан. Он идет просто мимо нас. Ах вы такой хулиган вообще. Прям между нами проходит. Ладно, давай. Забавную историю расскажи. Так. А потом... Вот этот анекдот. А потом... Забавная история. Не, видите, чуть-чуть поднимается настроение, но оно и падает одновременно. Во, точно, надо применить обаяние. Поднимем ей настроение. Стоп! Поднять настроение. Она есть хочет. Понятно, видите, то есть тут... Блин, как сложно стало, раньше вообще там раз-два и готово, а тут нет. Тут приходится немножко в этом плане напрягаться. Чтобы кормить еще. Господи, как все сложно. Ладно, погнали, пожрем с тобой что-нибудь. Так, бутерброд с овощами. О, господи, как все дорого. Гашан такой жмот. Ну ладно. А, вот, там осталось счет. Так, ладно. Взять еду вместе. Так, отлично. Погнали, поедим. Отлично. Да? Ведь вместе. Я сказал вместе, господи. Почему они вместе не идут брать еду? Или типа, я не могу распоряжаться ее волей? Ну и плевать. Нам надо тоже поесть. Я думаю, она подойдет. Может, надо ее позвать, типа. Так, посмотрим. А, может, она в туалет хочет? Или... Да, она в туалет хочет. Так. Теперь надо ее позвать. Фига, она руки моет. Какая молодец. И решил отжаться в туалете. Правильно, чтобы подмышки пахли. А мы пока поедим. Так, главное ее из виду не упускать. Так. Вот мы и покушали. Теперь надо поиграть. Я что-то не понимаю. Раньше вот можно было, например, нажать там «позвать». А, вот «позвать». Персонаж слишком далеко, чтобы его позвать в гости? Какие нафиг гости? Вы о чем вообще? Так, ладно. Ты поел. Теперь иди сюда. Как сложно дружить в этой игре. Стало. Так, ладно. Куда она пойдет? Давайте следить за ней. Так. Она куда-то побежала. Ладно. Поднимем настроение. Пугагагабждигам. Бунгагабжди. Бугагагабждигам. Так. Вернулись туда, откуда начали. Так. Теперь толчок бедром. Все. И тут он недоволен. Да какого фига? Успел, есть. Напряженность. Излить кому-нибудь чувство. Давайте посмотрим, что из этого выйдет.
Любопытно. Надо же, игра стала нормальной. Раньше в предыдущих читах излил чувства, значит, и тварь поганая. Что, в общем-то, нереалистично. А ты рассказал анекдот? Все. Самый простой способ познакомиться. Интересно реально стало. Общаться. Так, ну ладно. Давай мне помыться еще. Я такой вонючий. Ладно. Веселые действия. Рассказать анекдот. Вот. Так. Дружелюбные действия. Познакомиться. Снеби Грау. Снеди Грау. Веселая. Душевный разговор. Флюби. Блин, мы что-то уже прям умираем, по-моему. Обсудить интересы. Такой вообще прям нагло зевнул. А как попрощаться? Насмехаться над одеждой. Льстить. Хвалить наряд. Давайте похвалим наряд. Ты выглядишь офигенно. Да, я знаю. У меня большой рот. А, блоуджаб. Я блоуджаб. Так, ладно. Поднять настроение. Да, слушайте, обаяние тащит. Чё, никак не крути. И делиться грандиозными идеями. Давайте попробуем обнять. Дружба нам пока близка. Твоя налё. Нам скоро расставаться. Мне надо есть еще. Успеть себя развлечь, помыться. И быть, так, и быть таковым. Да, настроение тут важно. Спору нет. Участвовать в дебатах на тему стратегии в играх. Тьф, как будто она в этом что-то разбирается. Так, она возбуждение. Что это значит? Значит, что надо хвалить внешний вид. Эротично. Твою налево. Видите, надо сначала дружиться. Блин, нифига, как это сильно. А вот хвалить наряд нормально. Да, так мне нравится. Ладно. Дружелюбные действия. Душевный разговор. Ладно, надоело. Погнали домой. Господи, как все. А, во, вернуться домой. Тут есть такая кнопка. До свидос. Пугагага бжди дигага бабуга бжди гага бум бум бжди гага бабум бжди абуга бжди бунди бунди бжди гага бум. Усиление цветения. Бла-бла-бла. А, быстрее поговорка. Плохому танцору и ноги помеха. У кого жена не умирала, у того и горе не бывало. Жесть. Ваш почтовый ящик был доставлен. Вы не заплатили $495. В течение 48 часов мы отключим все коммунальные услуги. Вы можете оплатить счета, воспользоваться компьютером, телефоном или почтовым ящиком. Где? Где я возьму такие деньги? Вот тена. Все, он взял почту. А что у меня в почте? Так, счет, наверное, какой-нибудь. Жесть. Простите меня, дорогие электроприборы. Но вы останетесь без электричества. Ладно, надо поспать. Вот. Все равно настроение у нас не к черту. Помыться мы еще успеем. Мы же завтра работаем, я правильно понимаю? Нифига, у нас там кусты уже вспотели. Так. Да, через 5 часов. Опа, он успел, смотрите-ка. Но он, правда, как-то не высыпается. Не знаю почему. Напряжение. Так, тяга к веселью. Ну, что тебе сказать, мой милый друг? Иди помойся. И можешь поиграть в компьютер. Прям как в детстве. Семья. Переместить семью, карьера, найти работу, уволиться, играть. Ух ты! Записаться на турнир новичков. Симс для новичков. Нифига себе, туда же турниры есть. И все, можно денежку изъять.
Ура! У нас новая игра стала спортивная. У нас, типа, следующий уровень. Да, долго он моется. Ничего не поделаешь. Когда у вас большая борода, волосы, и вы моетесь раз в 1000 лет, то моетесь вы долго. Ладно, успей хоть поиграть чуть-чуть перед работкой. Как у нас сайт там продвигается на работе? Не, ну, кстати, мы уже в хорошей зоне. Ежедневные задания. Посмотреть базу данных разведки. А что это значит? Что значит ежедневные задания? Так. Видите, он когда начинает что-то делать, у него сразу все хорошо делается. Пожертвовать на благотворительность? Круто. Ну ладно, это мы потом разберемся. Бля, офигеть, сколько они тут всего нового добавили. Карьера. Нет, погодите, другие варианты. Подождите, заказать, а, вот сеть. Провести разведку. Прикол. Посмотреть данные. То есть сегодня у нас именно данные надо посмотреть. Ладно. Давайте посмотрим перед тем, как на работу пойти. По-шустренькому. Под музончик. Точно, кстати, я просто сижу, а настроение поднимается из-за музыки. Разве это не прекрасно? Давай, мэн, ты должен успеть. До того, как пойти на работу. Да господи, что опять шипит так? Какого лешего? Что происходит? Давай заканчивай с этими шипениями. Реверберация. Слушай. Не надо слушать поп-музыку. Надо работать, мэн. Ну, в принципе... Хватит с жабой ковыряться. Ведь они отвлекаются, хулиганят. Свобода воли! Да какой работа, погоди. Да хватит, мэн, да делай ты уж наконец. Чуть-чуть осталось. Есть, красавчик. Так, отправиться в спортивный зал. Погоди. Купить телевизор? Может быть. Не знаю, подумаю. Нам еще... Какой телевизор, Гошан? Нам тут надо заплатить налоги еще. Давай, естественно, нужду справляй. Ну что, ты закончил с базой данных? Вроде да, я не совсем понимаю, но вроде закончил. Сейчас посмотрим. Так, где у нас тут работа? А, вот карьера. Так. 75% готово. Давай, мэн, ну чуть-чуть осталось. Что происходит, я не понимаю? Завершено, красава. Все, в туалет и на работу. Есть. Более-менее сойдет. Фух, шпильки-вильки.